Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем всех, кто сегодня собрался в этом уютном зале. Сегодня концертный зал гостеприимно распахнул свои двери, встречая всех желающих окунуться в прекрасный мир, мир музыки. Надеемся, что прекрасная музыка в исполнении юных музыкантов сегодня никого не оставит равнодушным. Череда встреч Нового года продолжается, и сегодня мы поздравляем вас с очередным китайским Новым годом. Но кто бы какой Новый год ни отмечал и не встречал, это самый сказочный, самый добрый и любимый всеми праздник. Праздник, связанный с надеждами на лучшее в грядущем году. Время волшебных подарков и исполнения желаний. В исполнении духового оркестра сейчас прозвучит, наверное, самая популярная песня в новом году. Это «В лесу родилась елочка» композитора Бекмана. Ложится на дорогу, и с началом зимних дней кто-то мчится к нам по ней. Он везет мешок чудесный, что в нем скрыто, неизвестно. Книга новая, игра, тайны нашего двора, может, лыжные походы или пес смешной породы, может, клюшек громкий стук или просто новый друг. Снег ложится на дорогу. Сколько можно ждать, ей-богу? Может, вовсе не придет? Вот он, здравствуй, Новый год! Композитор Паулс Кошелотик. Thank you.
Шаинский марш. Для вас играет ученик младших классов детской школы искусств Артём Запрутнов, литвак «Пони». Thank you.
оппонент нам Дементий Кочергин. Открывайте шире двери, Новый год пришел в дома. Елка, запах мандаринов, Дед Мороз и чудеса. Не пускайте грусть и скуку, и печаль гоните вон. Только радость и веселье приглашайте за свой стол. Сейчас в исполнении оркестра прозвучит отрывок из 7-й симфонии Бетховена. Ангелла, барабан и труба. Thank you.
И снова на сцене ученики детской школы искусств, но уже старших классов. Давид Макарчан исполнит
популярную композицию Уоррена «Дорога на Чаттанугу». Бетховен, трио из третьей части второй сонаты для фортепиано, исполнит Эмма Шаап. Еще одну популярную композицию Гленна Миллера «Я знаю почему» исполнит Евсевий Вахненко. Thank you.
Лев Вахненко исполнит композицию Дадли, Джив и Вустер. Играет гость нашей программы, солист военного оркестра Тверского Суворовского военного училища Артур Аганов. Романтический парафраз «Посвящение музыке». Thank you.
На сцене Александр Кушнер. Косма «Опавшие листья». Я бы хотел произведением посвятить всем великим музыкантам, которых нет уже нас с нами. Это Юров Юрий Ильич, который 6 января был у него, 16 января была годовщина смерти. Ломов Юра, Туркель Юра, вот как ни странно, тоже вот скоро годовщина. Олег Жмотаев, ну и все музыканты, которые умерли последние два года. Кто-то из-за коронавируса, кто-то так. Это произведение посвящается нашим музыкантам, которых нет с нами. А сейчас выступает Афанасий Лужаев. Стайн.
Let It Snow, концертмейстер Кочергина Елена Александровна. Приглашаю сейчас на сцену дуэт. Шутка на тему неаполитанской песни. В трех частях. Часть первая – лирическая. Thank you.
А сейчас на сцену выйдет молодежный эстрадный ансамбль «Сюрприз». Ну а пока ребята готовятся к выступлению, расскажу маленькую предысторию этого коллектива. Эстрадный ансамбль «Сюрприз» был создан в 1995 году при дворе детей и молодежи. В коллективе играют ребята от 14 до 28 лет. Коллектив – частый участник различных фестивалей и конкурсов. В 2000 году стал дипломатом Всероссийского конкурса «Молодые дарования России», проходивший в городе Москве. В 2006 и 2009 году коллектив был признан лауреатом областного смотра конкурса. С 2006 по 2015 эстрадный ансамбль «Сюрприз» и духовой оркестр участвовали в праздновании дней городов Тверской и Московской области. Это города Вышний Волочок, Конаково, Лихославль, Пена, Выползово, Тверь, Завидово, Красный Холм, Молоково, Западная Двина, Максать, Ханелидово, Озерный, Балагое, Спирово, Слежарово, Талдом, Клин и другие. Состав, который вы видите на сцене, был сформирован из учеников студии в 2017 году. Но так уж получилось, что в 2019 по стечению обстоятельств коллектив на некоторое время прекратил свое существование. И вот в октябре прошлого года ребята по зову руководителя этого коллектива Кушнера Александра Николаевича опять встретились на базе детской школы искусств номер 2. Александр Кушнер выражает благодарность директору школы Грицай Наталье Владимировне и завучу школы Ивлевой Елене Васильевне за то, что поверили в них, не дали исчезнуть ансамблю и приняли в свой творческий коллектив. Прошло 2 месяца работы, и ребята решили показать то, что у них получилось. Итак, «Косма», «Минестроне».
которая сейчас прозвучит, это англоязычная версия мексиканского мамбо «Quien será», которое сочинил в 1953 году Пабло Бельтран Руис, руководитель джазового оркестра в Мехико. Английский текст на музыку написал в 1954 году Норман Гимбл. Тогда же песню записал Дин Мартин, причем эта версия заняла 15 место в чарте продаж США и 6 место в Великобритании. Бельтран Руис, Свей. Кларнета или хупфата, польская полька-дедушка, эстонская полька Ванайса, то есть дедушкина полька, популярная музыкальная композиция конца XIX века. Согласно программе польского радио 1, музыка была создана в Австрии композитором по имени Хампфат. Другие источники утверждают, что полька для кларнета была написана под названием полька Дедунио польского композитора Карля Намысловского. Карль Намысловский. Полька «Дедушка». Инструментовка для ансамбля Артур Аганов.
Чарльз Эдвард Андерсон Берри родился 18 октября 1926 года. Американский певец, автор песен и гитарист, пионер рок-н-ролла, прозванный отцом рок-н-ролла. Он усовершенствовал и развил ритм от блюз в основные элементы, которые сделали рок-н-ролл отличительным, с такими песнями, как «Maybelline», «Roll Over Beethoven», «Rock'n'Roll Music» и «Johnny Be Good». Написав тексты песен, посвященные подростковой жизни и потребительству, и разработав музыкальный стиль, который включал гитарные соло и шоу-мастерство, Берри оказал большое влияние на последующую рок-музыку. Чак Берри, Surfing USA. Долгое время считалась русской народной. На самом деле текст песни и музыка были написаны в 1860 году композитором, литератором и фольклористом Иваном Петровичем Ларионовым. И песня была впервые исполнена на любительской сцене в Саратове в спектакле, музыку которому он написал. А вскоре Ларионов по просьбе известного в то время певца и создателя хора народной песни Огренева Славянского, с которым он был в приятельских отношениях, отдал эту песню в его репертуар. С хора Славянского и началась популярность «Калинки». Мировую известность произведение получило в обработке композитора и дирижера народного артиста СССР профессора Александра Васильевича Александрова, создателя краснознаменного ансамбля песни и пляски. Джаз-версия русской народной песни «Калинка» в обработке Владимира Сарапулова. Thank you.
человека, который не любит музыку. У каждого из нас свои любимые музыкальные жанры, свои любимые песни, которые хочется слушать и напевать, свои любимые исполнители. Музыка должна пробуждать в ребенке чувство радости. Творчество детей базируется на ярких музыкальных впечатлениях. Ну а музыкальное воспитание помогает развивать внутреннее благородство, ответственность, ну и, конечно, умение общаться. Общаться на языке музыки, сотрудничая со своими сверстниками в таком большом творческом коллективе, как оркестр, коллективе с поистине неисчерпаемыми выразительными возможностями. Хочется сказать огромное спасибо преподавателям, подготовившим этот концерт. Это Кушнеру Александру Николаевичу, Лужаеву Афанасию Васильевичу, Ершову Сергею Анатольевичу, Шалыгину Александру Борисовичу, нашим концертмейстерам Шалыгиной Елене Борисовне, Кочергиной Елене Александровне и юному концертмейстеру Веремеенко Марии. Хочется закончить наш вечер, ставший уже крылатой фразой для студии, впервые прозвучавшей на первом джазовом фестивале в городе Твери в 1998 году. «Ничто не вечно под луной, кроме музыки одной». До свидания, до новых встреч. Прощаясь, мы благодарим вас за ваши улыбки, за ваши бурные овации. Мы не прощаемся, а говорим лишь «до свидания». До новой встречи в волшебном мире музыкального искусства. Искусство, в котором вечно процветает добро, понимание, свет и любовь. Всего вам доброго с новым 2023 годом!